Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра у нас на календаре 24 августа. На Руси этот день именовали Евпатий Коловрат в честь мученика Евпла, который в конце 3-го, начале 4-го веков служил архидиаконом в сицилийском городе Катане. Он прославился тем, что всегда носил при себе Евангелие и при каждом удобном случае проповедовал язычникам веру Христову. Во время одной из проповедей Евпла схватили, мучили и казнили. На Евпатия по обыкновению начинали стричь овец. По расчетам крестьян, барашки как раз успевали обрасти заново до наступления холодов. Да и людям состриженная шерсть была кстати. Мастерицы пряли нитки и вязали теплые вещи к приближающейся зиме. А мастера изготавливали валенки. А какая же погода ждет нас завтра, 24 августа? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Едьма Устьяновского района Архангельской области ожидается до плюс 17. Дожди усилятся и возможны грозы. В селе Молоди Чеховского района Московской области синоптики прогнозируют плюс 21. На небо выступят облака, но пока дождей ждать не стоит. В поселке Лычак Фроловского района Вологодской области все так же стоит жара, плюс 31. Но в этот день с большой вероятностью случится гроза. В селе Анга Качугского района Иркутской области резкое понижение температуры. Ожидается всего плюс 17. И пойдут сильные ливни. Но в последующие дни столбик термометра вновь пойдет вверх. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!